Автобус. Ну, давайте попробуем на автобусе. Купим мы сейчас мотор. Так, на оставшиеся деньги давайте приобретем подвеску. И поехали на автобусе. Все, едем. Едем на автобусе. Собираем монетки. О! Так, а чё ж я так это втопил-то? Здесь, получается, нам нужно... А, здесь мы на кубке играем, смотри. Здесь нам нужно проехать максимально много расстояния, которое мы раньше не проезжали. А раньше мы не проехали, что ли, вот это вот 1000 метров. 1 километр проехать надо. И там мы... Ох ты, что-то отлетело уже от автобуса. Опля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, так и знал, что что-то сломается. Выбило стекло мне у автобуса. Но бензина еще много, поэтому можно не переживать об этом. Опачки. Что у нас тут? 700 метров осталось. Ну давай, 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 доедем сейчас, попробуем. О. Хорошо. Главное не разбиться. Не-не-не, пожалуйста. 700 метров, ребята, и мы получим кубок. Кубок с монетками. Так, здесь не будем спешить особо. Вот он. Скоро-скоро, 500 метров всего лишь. Главное доехать, тут окажется, что 500 метров, а? Куда-нибудь сейчас заедем, где ничего не сможем сделать. Ага. Все. Я думаю, мы доедем. 400 метров всего лишь. Опля. Бензик. Thank you. Thank you very much за бензик. О, тихо-тихо. Чё тебя так колбасит-то? Алло, автобус. Ты чё, а? Как какая-то половая тряпка тебе елозит по сторонам. Драндулетик мой. Драндулетик мой. Автобусик-то мой, драндулетик. Ну и что, все? Силы у тебя больше нету? Так, бензинчик заканчивается. О, давай-давай-давай. Есть! Заехали. Опа! Отлично, отлично. 200 метров осталось. О, развалился автобус наш. Из-за этих вонючих кочек. Чё, не могут нормальную дорогу сделать здесь? О-о-о, ребята. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, где у тебя? Так, кто-то улетел уже. Все. О, дай. Фух, неожиданно. В горле пересохло. Доехали. Но осталось еще немножко. 150 метров. Пожалуйста, вонючий автобус. Давай, 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 давай. Ой, молодец, молодец. Молодец. 100 метров, ребята, и мы сейчас сделаем это. Наверное, может нет. Может быть сделаем это, а может быть и не сделаем. Будем надеяться, что у нас получится. Да, надеюсь, получится. Да, есть. Наконец-то доехали. Так, а здесь особо мы всегда проигрываем, да, я так понял? Опа. Есть, новый рекорд, ребята. Не зря мы улучшали автобус, чтобы получить этот рекорд. Опа-ля. Так, все. Чуваку что-то плохо стало, и он решил сойти с автобуса. Может быть, это его остановка была просто? Да, но, скорее всего, мы его довезли, и он вылез на своей остановочке. О, теперь еще у нас, смотри, мешочек с деньгами. Главное доехать-то. Есть! Еще и водитель разбился, но я как бы не расстроен. Зато мы забрали деньги. Решил я все-таки купить мотокросс. Хоть он и достаточно дорого стоил мне. Ну что ж, поехали. На мотокроссике. Но я его потихонечку потом улучшил. Ну а сейчас будем зарабатывать звездочки. Ох, 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 ох. Мотокроссик. Так, денежки собранные будем собирать на улучшение мотокросса. Поэтому мы, ребят... О, нифига, что его там колбасит на этом мотокроссе. Офигеть, он прыгает взад-вперед. 20 тысяч.
Мне обошелся этот мотокросс. У меня еще, кстати, там мопед есть. Ну, мопед это такое себе удовольствие. Так, постараюсь 1000 звездочек собрать на каждой карте. Возможно. Ой-ой-ой-ой-ой. Мотокроссу нужен двигатель. Новенький. Ой, главное не упасть. Так, 1500 собрали. Новый двигатель, я думаю, мы уже приобретем. И уже 700 звездочек собрали. 800 уже. О! До 1000 осталось совсем чуть-чуть. Будет 1000. Надо, 5000 звездочек собрать. Будет, ребята, нам счастье. Мы откроем новую карту. Ага. Тысяча есть. Замечательно. Ну, как бы эта карта еще и самая легкая, вообще-то. Фига ее колбасит. Смотри, голову как. Тыщ. О, начались сложности. Начались сложности, Ванючка. Все. Давай отсюда попробуем. Тихо, ты чего? Давай. Не хватает, представляешь? Не хватает конкретно, причем не хватает этого самого. Ну, ее переворачивает. Понятное дело, что нужно будет улучшать. Так, сколько у нас там осталось звездочек? Почти что 3000. Да, к сельской мы покатались. Давайте покатаемся в лесу. И по ходу будем улучшать, естественно, моторы. Так, это что такое у нас? Центр тяжести. Низкий центр тяжести повышает устойчивость и управляемость. О, мне вот это надо. Низкий центр тяжести, оказывается. Ну ладно. Так, просто мы двигатель улучшили. 1000 монет надо собрать нам здесь. Да, мотокроссик. Может быть, он прикольный, конечно, мотокроссик. Только его улучшать надо. Так что пока что он не ахти. Вообще не ахти. Опа, аккуратно. Опа, Америка, Европа. Всего лишь 400 звездочек у нас. И этого достаточно-таки мало. О, как я сюда-то заеду? Нет, получилось. Все-таки двигатель улучшенный мне помогает. Да, центр тяжести еще сбавить. О, ну мы сейчас, ребятушки, будем собирать эти так называемые звездочки. Ага. Так, 1000 звезд надо собрать. На каждой карте. У меня 5 карт. Как раз 5000 звездочек. О, тихо. На ё-моё, разбился. Вонючий случай, а. 800 звезд. Мало. Так, ну что, остался у нас город. К сожалению, пока не можем мы ничего приобрести. Вид у машинки. Ух ты, сколько можно различных покрасок сделать. Вот такой берем. Да, готово. Поехали. Так, в городе, я думаю, мы больше, чем 1000 метров проедем. Что здесь особо ничего сложного нету, как бы. Дороги ровненькие. Асфальтовое покрытие. Асфальтики везде. Охо. Ну, колбасит наш мотороллер нехило так. Да, а надпись какая? Слишком низко, да, написано. О, давай, пожалуйста. Так, итого у нас уже 500 звезд. Вот это лучше перепрыгивать просто-напросто. Просто перепрыгивать их.
Здесь по-хорошему нужно 1500 теперь набирать звездочек. Потому что там мы профилонили 600 всего лишь собрали. Здесь надо больше. С учетом прежней карты. Так, ну 1000 мы наберем. О, да, набираем 1000. Отлично. Есть. 1000 готово. И денежку еще соберем. Денежка нужна. Вот это неустойчивый какой мотороллер. Ай-яй-яй-яй, на одном колесе мы едем. О, 1200 уже. Я говорю, мы сейчас... за прежнюю карту отыграемся, потому что там мы меньше, чем 1000 набрали. О, нет! Нет, а почему-то... А почему вонючий случай? Падали, упали в воду. Да, разбились, утонули. Так, 1300 метров, 1300 звезд. Ну что ж, давайте берем гору. Так, давайте баланс сразу улучшим. Центр тяжести. И поехали. Здесь посложнее немножко будет в плане. Ну, смотри, уже лучше. Не так колбасит, как бы. Все равно колбасит, но не так, как раньше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, в горы тебя нужно прокачивать. Слушай, для гор. Для гор я не думаю, что мы много здесь проедем. Офигеть. 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 Нет, не могу заехать. Все. Надо прокачивать этот мотороллер. Мопед. Нет, это мотороллер, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. 240 звездочек. Так, город, гора была. А, ржавый риф остался. Поехали. Здесь, если аккуратно будем ехать, может быть, что куда-нибудь доедем. О, тихо! Ага, да, доехали мы далеко, конечно. Так, повтор. Повтор играем. Повторим это дело. Только будем на этот раз более аккуратненько ехать. Да, колбасит. Колбасит прям конкретно причем. Да ё-моё! Давай повтор. Тут надо, видимо, не на газ нажимать, а на тормоз. Блин. Так, ладно. Нажимая на тормоз, её колбасит конкретно причем. А, второй раз я тут упал. Да ну нафиг, давай еще. Не будем ускоряться. Ого. Сколько же опасностей-то. Сколько же опасностей здесь предстоит нам увидеть. Так, новый рекорд. Все, пошли звездочки получать. Здесь главное не спешить. О, мы тут даже не доедем, мне кажется. Давай. Да ё-моё, давай еще немножко. О, молодец. Теперь поднимаемся. Здесь уже все у нас. Наше все. Закончится. Этот. О, еще и разбился, блин. Да ё-моё. Двигатель вообще слабый.